Алло. Алло, вы Екатерина Тимофеевна Фадеева? Да, я Фадеева. Я вынуждена вам сообщить, что Анатолий Олегович Калинин сегодня ночью попал в автокатастрофу. Что? Да, я вижу, ты действительно умираешь. Можешь так не стараться. Не приедет твоя благоверная. Это почему? А, потому. Не знаю почему. Я ей позвонила, а она даже слушать не стала. Трубку бросила и все. Так что, похоже, плевать она тебя хотела, профессор. Трубку бросила? Mm-hmm. А ты знаешь, Светочка, почему она трубку бросила? Ну? Потому что она мчится сюда. Быстрее ветра навстречу со своим тяжелобольным мужем. Да ну. Я тебе точно говорю, Свет, я готов на что угодно поспорить, что меньше, чем через 20 минут Катя будет здесь плакать, рыдать у моей постели. Свет, я гений. Я и гений. Ой, гений. Угу. Ладно, гений ты или не гений, это мы потом посмотрим. Давай, нам надо с тобой сдавать анализы. Я, правда, там парочку особо неприятных, но это я от себя добавила. Надо для пущей правдоподобности. Фу, какая ты неприятная женщина. Нет, анализы потом. Нам сейчас нужно показать ей правдоподобно умирающего Калинина. И сделать это нужно очень хорошо. Потому что малейшая неточность, малейшая. Все, нам гранты. Ты за себя волнуйся, а вот в моих актерских способностях сомневаться не надо. Да если хочешь знать, я хоть сейчас могу выйти на сцену Большого театра, давай. О, ты еще петь умеешь. А то, хочешь, сейчас изображу? Не надо. Не надо мне еще изображать. Аккуратно. Так что давай, садись в свое шикарное кресло. Друзья, она же не мнется. Аккуратно. Достаточно. И поехали на премьеру в палату. Угу. Давай. Ой. Слушай. Че? А я знаешь, что тут подумала? А может, нам с тобой еще лицо забинтовать для пущей убедительности? Опять же, шума будет меньше. Не надо. Что, бинтовать? И так уже все, что можно, сделали. Ты давай-ка лучше вот придумай что-нибудь, какой-нибудь быстрый способ выздоровления. Давай 5 минут в этом гипсе, он у меня уже домом угол. Ну, поехали, давай, чувак. Поехали. Давай. Да? Вызывали, Сергей Романович? Да, здравствуй. Вызывал, садись. Спасибо. Я хочу поручить тебе одно очень важное дело. И мне нужно, чтобы это дело ввел свой человек. Ну, конечно. Это дело покушения на Анатолия Олеговича Калинина, которое произошло сегодняшней ночью. Хм, странно, ничего про это не слышал. Есть жертвы? Так мне надо выехать на место преступления, связаться с экспертами. А то вечно они пропускают важные улики. Ну, тихо, тихо. Давай, без излишнего рвения. Скорее, наоборот, мне нужно, чтобы ты... так формально вел это дело. Чтобы ты создавал впечатление бурной деятельности. И когда я тебе скажу, тихо положь его на полочку. Без шума и пыли. Как это тихо? А что скажет пресса? Это ж покушение на самого Калинина. Ну, весь город на ушах стоять будет. А с прессой мы будем общаться. Активно. И начнем это прямо сейчас, пока никто ничего не знает. И направим журналистов по верной дороге. Собери их. Я хочу дать несколько комментариев. Сможешь? Конечно. Журналисты будут здесь через час. Отлично.
Так вот ты какая, Екатерина Фадеева. Простая серая мышка. Ни лоска, ни стиля. Екатерина Тимофеевна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Аркадьевна. Я являюсь лечащим врачом Анатолия Олеговича. Давайте отойдем, поговорим с вами. Все случилось? Спокойно, спокойно, спокойно. Он жив пока, но находится в крайне тяжелом состоянии. В результате аварии у него множественные травмы и ушибы внутренних органов. Рука сломана, несколько трещин в шейных позвонках. Но самое ужасное, у него было кровотечение, которое нам с трудом удалось остановить. И если это кровотечение продолжится, к сожалению, мы его можем потерять. Он выживет? Тихо, 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 тихо. Давайте, давайте, давайте присядем с вами. Пойдемте. Екатерина Тимофеевна, вы должны быть сильны. Вы поймите, я, к сожалению, не могу вам ничего обещать. Я еще раз повторяю, Анатолий Олегович находится в крайне тяжелом состоянии. И нам с вами остается только ждать. Ну, хорошо, что он в сознание пришел. Я могу его увидеть. Ну, как врач, я, конечно, против. Пожалуйста, я вас очень прошу, может быть, это... Последний раз, когда я его вижу, пожалуйста, мне нужно с ним поговорить. Как врач, я против. Но как женщина, я вас очень хорошо понимаю. Ну, конечно, идите. У вас несколько минут. Только учтите, ему нельзя разговаривать. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Может быть, это? Ну-ка. Ну нет, какое-то оно простоватое. Ты знаешь, и пошито не очень. Да, во всем городе невозможно найти ни одного роскошного платья. Кошмар какой-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А мне кажется, что вот это платье вам очень подойдет. Ваша невеста в нем будет смотреться великолепно. Вы знаете, я не невеста, я его сестра. Мы выбираем платье для его будущей жены. И это совсем не то, что нам нужно. Нам нужны эксклюзивные модели, желательно цвета слоновой кости и с вышивкой. Да, цена не имеет значения. Думаю, у нас найдется несколько моделей, которые могли бы вам понравиться. Сейчас посмотрим. Прекрасно. Хорошо. Сестра, как-то неожиданно. Ну, я же не могла сказать, что я твоя подруга. Это звучало бы как-то двусмысленно. Только это я. Ты пришла. Спасибо, спасибо. Я ужасно нужен для себя. Пожалуйста, я тебя в чем прошу, не надо разговаривать. Не надо ничего говорить, мне нужно набираться сил. Я тебе хочу сказать, что я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Прости меня, пожалуйста, я, конечно, понимаю. Я не достоин твоего прощения. Толик, ты поправишься, все будет хорошо. Я сижу. Все будет хорошо, слышишь? Я умираю. Я это чувствую. Я чувствую, что я умираю. Я к тебе только это прошу. Забери меня, пожалуйста, домой. Я не хочу здесь умирать. Что ты такое говоришь? Забери меня отсюда, пожалуйста. Я очень хочу умереть дома. Перестань, пожалуйста, говорить такие вещи. Все будет хорошо, ты выздоровеешь. Отвратительно. Сопли розовые. Это самые последние модели, которые мы только что получили из Милана. И я их еще никому не показывала. Ну, это совсем другое дело. Прекрасно. То мы там в каких-то тряпках копались. Так. Денис, мне кажется, мы нашли, что искали. О! Оно просто прекрасное. Великолепно. Вы знаете, мы его берем. Пожалуйста. Сестра, ты гений. Это великолепное платье. Я тебе очень благодарен. Ну что ты, я всегда рада тебе помочь. Ну что, теперь осталось выбрать пригласительные. Да. Так, все, я готов, можно говорить.
Да, говорите. Сегодня ночью к нам поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на трассе по направлению Рищинск-Симовое. На место происшествия тут же выехала оперативно-следственная группа. По предварительной версии, авария была тщательно продумана и спланирована. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Екатерина Тимофеевна, ну не плачьте. Успокойтесь, ради бога. Но вы ему сейчас нужны как никогда. Вы должны быть сильны. Да, я понимаю. Я хочу забрать его домой. Домой? Да. Да нет, что вы, но это совершенно невозможно. Екатерина Тимофеевна, ну вы поймите. Он сейчас подключен к определенной аппаратуре, которая отслеживает все процессы в его организме. Изменение пульса, давление, да все. Он нуждается в условиях реанимации. Я смогу обеспечить его самым необходимым медицинским оборудованием. И постоянным присутствием медработника? Да. Моя дочь Люба, она медсестра. Она сможет делать все медицинские процедуры. Я считаю, что дома ему будет спокойнее. Ну, нет, нет, простите, Екатерина Тимофеевна, я не могу вам позволить это делать. Вы только что слышали, что он хочет домой. Пожалуйста, если случится самое страшное, я хочу, чтобы он был дома. Екатерина Тимофеевна, ну, вы же знаете, как Анатолий Олегович дорог для нас всех, для этого центра, для каждого из сотрудников. Ну, конечно, если он хочет оказаться дома, я просто обязана выполнить его желание. Естественно, больница вас снабдит всем необходимым. Машина для транспортировки у вас тоже будет. Спасибо. Ну, хорошо. Тогда пойду подготовлю его. Алло, Дима, привет. Это я. Я в нейрохирургическом центре. Пожалуйста, приезжай. Мне нужна срочно твоя помощь. Андрюша, доброе утро. Доброе. Ну что тебе на завтрак приготовить? Что-нибудь вкусненькое. Может быть, вареников? Угу, с вишней. Мои любимые. Ну, хорошо, приготовлю. Ты не такая хорошая. Так заботишься обо мне. Так хорошо с тобой. Ну, теперь ты понимаешь, что у тебя просто нет шансов не поправиться. Я уже намного лучше, правда. Правда? Угу. Ну, я пошла. Минувшей ночью на автотрассе Рищинск-Зимовое в 30 километрах от города произошла автомобильная катастрофа, в результате которой серьезно пострадал всемирно известный нейрохирург Анатолий Олегович Калинин. Исполняющий обязанности прокурора Рищинска Сергей Вавилов заявил, автомобильная катастрофа была подстроена. Авария произошла около 3 часов ночи. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Следствие связывает покушение на Анатолия Калинина с его политической деятельностью. Недавно профессор выдвинул свою кандидатуру. Отдай. Сейчас Анатолий Калинин находится в больнице. Его состояние стабильно тяжелое. И больше ты его не получишь. Я, кажется, тебе говорила, что новости смотреть тебе нельзя. Тебе волноваться ни в коем случае нельзя. У тебя же инфаркт может быть еще один. Андрей, ну ты все-таки прокурор, серьезный человек. А ведешь себя как школьник, честное слово. Том, я больше не буду. Прокурор, серьезный человек. Ой, конспиратор хреновый. Нет, красавица. Все-таки вот красавица, настоящая прелесть. Погляди, Эдик, как тебе? Вот только что напечатали. Какое лицо, волевое, серьезное, самостоятельное. Скажи, ты бы доверил такой девушке свой город? Да, хорошая фотография, отличная. Прекрасная фотография, Эдичек. А ты посмотри, какая бумага. Это же плотная бумага, очень дорогая. А какие краски насыщенные. Это все, знаешь ли, вышло в такую копеечку. Ну ничего, сейчас еще нужно заказать новую фотосессию для новых бигбордов. И я думаю, город наш. Мариночка просто сбилась с ног, а я
Каково мне, Эдик? Каково возглавлять предвыборный штаб большого политика? Это ой как непросто. Но я справляюсь. Я справляюсь практически со всем идеально. Ангелин, прости, пожалуйста, я бы хотел посмотреть новости. А, да. Ира, да. Сделай погромче. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. В результате столкновения с неизвестным транспортным средством сильно пострадала машина известного нейрохирурга Анатолия Калинина. Сам господин Калинин на данный момент находится в реанимации. Врачи описывают его состояние как стабильно тяжелое. Милиция и прокуратура делают все возможное, чтобы задержать тех преступников, которые подстроили это ужасное преступление, эту ужасную аварию. На данный момент расследованием этого дела заняты наши лучшие люди. Покушение? Странно. Кто мог вообще пожелать смерти Анатолию Олеговичу? Это вообще какой-то кошмар. Странно это. Да. Что-то уж быстро Вавилов побежал рассказывать прессе о версиях преступлений. Хотя следствие ведется только несколько часов. И очень интересно, кто же эти лучшие люди прокуратуры? Да господа! Ну неужели вы верите в этот спектакль? Это же специально сделано, чтобы давить на жалость избирателей. Как это некрасиво, как это непорядочно! Впрочем, если это не спектакль, тогда Калинин снимет свою кандидатуру с предвыборной кампании. Екатерина Тимофеевна, как только его подключат к аппаратам, вы мне сразу же перезвоните. Я, к сожалению, не могу сейчас с вами поехать, у меня пациенты ждут. Но я обязательно сегодня зайду. Вы не волнуйтесь, буду заходить каждый день. Сама лично буду проводить осмотр, ставить капельницы и делать все необходимые инъекции. Спасибо вам. Не за что. Я надеюсь, Анатолий Олегович станет лучше. Ну, простите, вынуждена проститься с вами. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ты не обижайся, я поеду с ним. Ну, я поеду следом на своей машине, хорошо? О, Мариночка, девочка моя, я тебя поцелую. О, где-то было все утро. Ох, тетя, не поверишь, мне целых 3 часа пришлось изображать спектакль. Выбирала свадебное платье для Любы. О, девочка моя, я тобой горжусь. Прорвалась в стан врага, сделала ее своим другом. Я надеюсь, ты выбрала ей платье, в котором она будет в стиле бабы на чайнике. Ну что ты, теть, я ей выбрала самое прекрасное и самое шикарное платье. Просто идеальное платье для свадьбы. Я даже ей позавидовала. В таком платье даже эта курица будет выглядеть, как настоящая королева. Да. Ты что, с ума сошла? Скажи, пожалуйста, зачем ты это сделала? Я вообще не понимаю логики твоих поступков. То ты ее ненавидишь, что помогаешь ей как лучшей подруге. Я думала, ты выберешь ей платье, в котором она будет похожа на сало в белом шоколаде. Тетя, ну, во-первых, подруги я ей не набиваюсь. А во-вторых, я просто хочу вернуть Игоря. Если ради этого нужно будет ее сослать на собственном самолете, украшенном бриллиантами, то я это сделаю. Угу. Вообще, я знаю, что я делаю. На свадьбе Любы и Дениса я буду самым счастливым человеком. Вот смотри, Игорю написала приглашение. Игорь, от всего сердца хотим пригласить тебя на нашу свадьбу. Разделить с нами эту радость. Твои друзья Люба и Денис. Ну как? Неплохо. Со вкусом, тонко. Да. Представляю, в каком он будет бешенстве, когда прочитает это. Да. Я хочу, чтобы он наконец понял, какая она фальшивая и двуличная. И какая я. Тонкая, ранимая, отзывчивая. А самое главное, несправедливо им забытая. Дим, спасибо, что ты помог. Ты же понимаешь, что после всего, что с ним случилось, я не могла не простить его.
Я очень боюсь, если он умрет. Катюша, я тебя прекрасно понимаю. Прости меня, пожалуйста, это прозвучит бестактно. Но Толик для меня уже давно умер. Понимаешь, что Толик, которого я раньше знал, он... его уже нет с нами. Ты, если что, обращайся ко мне, если что-то понадобится, деньги, лекарства там. Всегда можешь рассчитывать на меня. Пока. Дима. Да. Спасибо, что ты есть. Пока. Привет. Люба, ты собираешь вещи? Да, я еду к маме. Ей очень нужна моя помощь. Что случилось? Анатолия Олеговича сбила машина. Он может умереть. Я могу что-то сделать? Да, отвези меня к маме, пожалуйста. Хорошо, конечно. Прости, но нам придется отложить свадьбу. Да, конечно, я все понимаю. Потом все потом. Если понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать. Спасибо тебе большое. Поехали побыстрее. Хорошо, поехали скорее. Здравствуйте, Тамара Николаевна. А мы к Андрею Александровичу. Здрасте. Здравствуйте. Вы проходите, конечно, только я очень вас прошу, о работе не говорите. А, да, конечно, я обещаю. Я очень надеюсь на вашу сознательность. Андрюша, да. Смотри, кто к тебе пришел. Здрасте. Ой, ребята, привет. Проходите. Привет, вот привет тут. Всем. Спасибо. Ага. Подарки? Да. Ну, как самочувствие? Да, самочувствие нормальное. Только полная информационная блокада. А знаешь, тебе эта блокада сейчас очень даже полезна. Я пойду приготовлю чай, а вы, вот вы оба, ни слова о работе. А, конечно. Так, друзья мои, быстро докладывайте, что у нас в прокуратуре по делу Калинина. Нет, Андрей Александрович, я не могу. Я обещал, и что значит, у вас не могу? Рецидив будет. Какой рецидив? Я твой начальник. Забыл? Я хоть больной, хоть в заточении, но еще пока прокурор. Давай рассказывай, что с Калининым? Здравствуйте, Тамара Николаевна. А мы к Андрею Александровичу. Здрасте. Здравствуйте. Вы проходите, конечно, только я очень вас прошу, о работе не говорите. А, да, конечно, я обещаю. Я очень надеюсь на вашу сознательность. Андрюша, да. Смотри, кто к тебе пришел. Здрасте. Ой, ребята, привет. Проходите. Привет, вот привет всем. Спасибо. Ага. Подарки? Да. Ну, как самочувствие? Да, самочувствие нормальное, только полная информационная блокада. А знаешь, тебе эта блокада сейчас очень даже полезна. Я пойду приготовлю чай, а вы, вот вы оба, ни слова о работе. А, конечно. Так, друзья мои, быстро докладывайте, что у нас в прокуратуре по делу Калинина. Нет, Андрей Александрович, я не могу. Я обещал, и... Что значит не могу? У вас рецидив будет. Какой рецидив? Я твой начальник. Забыл? Я хоть больной, хоть в заточении, но еще пока прокурор. Давай рассказывай, что с Калининым? Ну так, рассказывай, чтобы, ну, как будто ты не о деле говоришь, так завуалированно, понял? А. Ну, в общем, лошадь-то эту, ее особо никто не искал. Ну. А этот, который исполняющий обязанности главного конюха, он заявил сразу, что эти лошади столкнулись не случайно, а специально. Вот. А эта лошадь, которая вторая, она сейчас лежит в реанимации, в смысле, в ветеринарной реанимации, с кровотечением, ушибами, переломами, и толком комментировать ничего не может. Ну и кто же ее спросит-то, лошадь? Да-да.
Здравствуйте. Иван Иванович, мы с вами об интервью договорились. Да-да, здравствуйте, конечно. Проходите, присаживайтесь. Проходите, Лена. Можем, да? Нас прежде всего интересует информация о покушении на Анатолия Калинина. Ходят в городе слухи, что покушение связано именно с предстоящими выборами мэра города. Ну, думаю, на вопрос о том, с чем связано покушение, если это вообще было покушение, да, должны дать ответ следственные органы. В любом случае, то, что случилось с профессором Калининым, это большая трагедия для нашего города. Иван Иванович, некоторые предполагают, что именно вы заказали Анатолия Калинина. Но все-таки вы один из кандидатов на пост мэра города, а профессор до недавнего времени был одним из ваших главных конкурентов. Знаете ли, Анатолий Олегович Калинин – человек, которого я знаю давно и которого уважаю. Мы всегда с ним были соратниками. И если он выиграет выборы, а я надеюсь, что он примет участие в этих выборах, то я с удовольствием передам ему кресло мэра города. Вы знаете, такая сложилась ситуация, когда я не боюсь проиграть ни одному из моих конкурентов. И Марина Андреева, и Анатолий Олегович Калинин, оба кандидата достойны и занять это место. А мы думаем, что этот, который исполняющий обязанности главного конюха, что он что-то скрывает или врет. Но больно быстро он побежал все журналистам рассказывать. Явно хочет шумиху поднять, чтобы замести это все. Да, потому что очень странно. Бригаду нейрохирургов, ветеринаров-нейрохирургов для этой лошади никто не вызывал. Но она приехала. Причем на машине, которая в это время должна была стоять на техобслуживании в автосервисе. В общем, кто-то еще пустил слух, что лошадь пытался убить наш мэр. А этот, в смысле, лошадь, это она же лежит в нейрохирургии и неизвестно, когда заговорит. Угу. Вот молодцы какие, да? Лошади у них говорящие в нейрохирургическом центре, да? Ну, в ветеринарном нейрохирургическом, да. Я в ветеринарном же сказал. Да, я не глухая. Не стыдно вам? Больной человек, вы его в гроб хотите вогнать, что ли? Так, встали и ушли отсюда, быстро! Тамара Николаевна, мы не хотели, честное слово. Давайте мы завтра придем. Что вы не хотели? Завтра зайдете. Я еще подумаю, пускать вас или нет. Так, все, встали и идите. Простите, мамки. Все, до свидания. Всего доброго. Я рядом, Толя. Я не буду спать. Я не отойду от тебя ни на секунду, пока тебе не станет лучше. Господи, что мне сделать, чтобы он выжил? Я готова на все. На все, только бы он жил. Екатерина Тимофеевна, вы нас оставьте на полчаса, а я пока осмотр произведу, сделаю все необходимые инъекции и перевязку. Да, хорошо, хорошо. Конечно. Если я вам понадоблюсь, я буду внизу. Угу, хорошо. Ну что? Симулянт. Давай, давай, вставай. У тебя есть полчаса на то, чтобы размяться. Можешь даже попрыгать, только смотри. Сильно сломанными костями не греми.
А то и вправду тебе их переломают. Чтоб тебе. О, ты чего, вот раньше не могла прийти, а? Я ж сдохну здесь, Света. Я же невыносимо целый день лежать без движения. Еще это женушка, понимаешь? Трепетная, заботливая. Зараза, ни на шаг от меня не отходит. Она боится, что я коньки двину. Ну так я тебя поздравляю, что ты ноешь? Мы с тобой добились желаемого. Это успех, Женя. А успех, как говорится, это не всегда легко. Знаешь, между прочим, как страдают от повышенного внимания известные артисты? От повышенного внимания поклонников. Вот. И ты давай тоже привыкай. Ты бы вот не язвила, цены бы тебе не было. Ты думаешь, это легко? Лежать целый день без движения. Ты так не делаешь, понимаешь, в бинтах в этих проклятых. Ну, знаешь ли, милый, мне и любовь твоей жены тоже не нужна. Ладно, давай, у нас с тобой мало времени. А мне еще надо кое-какие улики оставить. Для правдоподобности. А что это ты там притаранил-то? Шприцы использованные. Чтобы никто не усомнился, что тебе делали инъекции. Ага. Ты знаешь, одними уликами-то не обойтись. Слушай, Свет, ты бы послала бы ее куда-нибудь. Ну, там, я не знаю, это, в аптеку. Ну, чтобы она лекарство какое-нибудь купила. Безобидные витамины там. И на самом деле проколола бы мне их, и все. Ты уверен? Ну. Ну, вообще-то это небезопасно. Вообще, я не понимаю, зачем рисковать своим здоровьем ради какой-то курицы домашней. А ты этого и не поймешь. Вообще, это не твое дело. И не смей. Не смей так больше говорить о моей жене, понятно? Ну что же. Показатели уже значительно лучше. Я считаю, во многом это ваша заслуга, Екатерина Тимофеевна. А риск возобновления кровотечения стал значительно ниже, но все же угроза жизни Анатолия Олеговича еще остается. Вы не волнуйтесь. С завтрашнего дня мы уже начнем новый этап лечения. Хорошо. Скажите, какие лекарства нужно ему купить? Да, 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 секунду, сейчас. Вот, я здесь вам все написала. Завтра я приду в то же самое время. До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное. Спасибо. Любочка! Люба, я в аптеку за лекарствами для Толика! А, Екатерина, а где сейчас находится ваш муж? Верди Валерьевна, вы знаете, что... Катя, смотрите сюда! Мужа, он жив! Вам Петров! Что в самом деле произошло? Дима, Дима, это я, пожалуйста, приезжай сюда. У меня целая толпа журналистов перед воротами. Мне нужно срочно купить Толику лекарства. Я не могу выйти из дома. Да, я жду тебя. Спасибо. Стервятники. Ну, Люба, все, теперь не переживай. Охрана стоит по всему периметру. И поэтому, если кто-то сунется, сразу получит по голове. Да как они могут наживаться на чужом горе? Мама еле успокоила. Люб, а Игорь тебе не звонил? Нет, не звонил. Ему не до этого. У него же Марина, Толик, семья. Ничего-ничего, у меня скоро тоже будет своя семья. Мы с Денисом распишемся, переедем в Америку. Я навсегда забуду об этом Игоре. Любочка, у нас с тобой очень похожая ситуация. Я ведь тоже не могу быть человеком, которого очень сильно люблю. Папочка. Шикарный автомобиль, и костюм тебе очень идет. Спасибо, я старался. Ты знаешь, сегодня, как назло, в городе перекрыто несколько дорог, и можно застрять в пробках. Но мы не застрянем. Я начертила несколько путей объезда к ЗАГСу. Угу. Если что, я поеду за тобой. Спасибо. Марина, ты очень предусмотрительна. Я надеюсь, все обойдется без происшествий. Удачи.
Никого, чисто. Ну что, выбрал какой? Да любое по разлапистости. Хоть это. Ага. Как нам повезло с дорожными работами-то. Не, Федор Михайлович, я в везение не верю. Это ты что ли устроил? А кто еще? Молодец, молодец. Нам надо с тобой секретные операции международного масштаба организовывать. Вот сейчас и начнем. Ну, давай приступим. Ну что, деревце, послужишь хорошему делу. Тут изображаешь из себя самого больного в мире человека, твою жену любовники навещают. Ну что, нет, скажешь? Она же думает, что ты тут недвижим и валяешься. Я недвижимый. Очень интересно, кто там у нас пришел? Люба, к тебе Денис пришел. Люба, здравствуй. У меня для тебя есть сюрприз. Привет. Какой ты элегантный. Спасибо. Я надеюсь, тебе понравится. Пойди, примерь. Спасибо. Умеешь ты удивлять. Я боюсь, она на меня обидится. Она хотела, чтобы было все тихо и скромно, без нарядов, гостей. Но мне очень хочется устроить для нее настоящий праздник. Денис, ей будет в любом случае приятно. Не переживайте. Мам, привет. Хорошие мои, привет. Слушай, можно у тебя Толик поживет некоторое время? Да, конечно. А что ты куда-то уезжаешь? Да, мне нужно отъехать ненадолго. Здесь, недалеко от города. В общем, больного нужно понаблюдать некоторое время. Да, конечно же, у нас все будет хорошо. Не волнуйся. Да, Толик? Иди ко мне. Вот мой дорогой. Здесь его вещи. Я надеюсь, ничего не забыл. А это что у тебя, мам? Игорь, от всего сердца хотим пригласить тебя на нашу свадьбу. Разделить с нами эту радость. Твои друзья Люба и Денис. Сынок, извини, я не решалась тебе передать. Вчера по почте мне прислали. Угу. Мам, ты не переживай. Я даже рад, что Люба про меня не забыла. Я все равно собирался идти на эту свадьбу. А ты что, хочешь испортить им праздник? Нет, я собираюсь его исправить. Ну все, мне пора. Пока. Что же он задумал? Денис, может быть, вы присядете? Нет, спасибо, я не могу сидеть, я очень волнуюсь. Денис, спасибо тебе огромное за такой прекрасный подарок. Я никак не ожидала. Тебе нравится? Не очень. А тебе? Ты самая удивительная и прекрасная девушка в этом мире. Я даже поверить не могу, что ты скоро станешь моей женой. Я очень люблю тебя. Ой, да сколько можно сопли-то развозить? Хватай уже это счастье в охапку, тащи ее в ЗАГС.
А потом сразу, не заезжая домой в аэропорт, и подальше, подальше отсюда, чтоб я ее больше здесь никогда не видел. А кто это к нам пришел? Толик. Толик? Это Толик к нам пришел, знакомься. Это Андрей Александрович. Ну, какой я Андрей Александрович ему? Я для него просто дед. А что? Да? Какой крепыш, а? Наверное, хорошо кушает. Да. Да? Надо, бабка, найти нам с тобой игрушки. Чего? Будем играть. Какой крапуш. А знаешь, тебе пойдет быть дедом. Да, только пока не могу его на коленку посадить. Хотя очень бы хотелось бы. Вообще мне мечта была быть дедом. И только ты ее исполнила. Привет. 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 На. Как Тедик все неравномерно распределил. Здесь много шаров, там мало шаров, а эти плакаты, их надо было повесить на видное место. Не знаю, мне все нравится. Да? Сколько у нас еще времени есть? Ну, час-полтора. Ой, что-то вот для меня это очень странно. Вроде еще вчера Люба выходила замуж за Игоря, а сегодня уже за Дениса. А что тут странного? По-моему, Игорь и Люба совершенно друг другу не подходят. Неудивительно, что их брак распался. А вот Игорь и Мариночка, это да, они смотрятся друг с другом. Вы так думаете? Ах, Ирочка, я так не думаю. Я это знаю. Понимаешь? Здравствуйте. Девочка, здравствуй. Скоро прибудут наши молодые-то, а? Ох, я сам толком ничего не знаю. Ко мне вчера Денис прибежал, сказал, что готовит какой-то сюрприз и убежал. Вручил два приглашения, я сам толком не понял ничего. И я тоже вчера получил только по почте. Угу. Вот Федя только не смог прийти, у него какой-то ЧП на конюшне. Ну, понятно. Угу. Здравствуйте. О, здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Поздравляю вас. Спасибо. А когда мы сможем поздравить наших молодых? Если честно, я не знаю, потому что для меня это огромный сюрприз. Mm. Как и для невесты, я думаю, тоже. Ой. Ждем? Ждем? Ждем. Ждем. Это все так неожиданно. Это красивое платье. Машина. Я рад, что тебе понравилось. Мне так хочется тебя постоянно удивлять. Хочется, чтобы ты была счастлива. Это все сюрпризы на сегодня или мне еще чего-то ожидать? Я хочу, чтобы ты запомнила этот день навсегда. Чтобы он стал первым из многих счастливых дней, которые мы проведем вместе. И приятные сюрпризы будут нас просто преследовать. Люба, ты хорошо себя чувствуешь? Люба, все хорошо? А, да, все хорошо. Пилили, валим. Давай. И это она! Шикарно! Отлично. Захвать, а я в засаду. Хорошо.
Это что такое? Я не понимаю, что здесь происходит. Эй! Не волнуйтесь, все будет хорошо. Эй, что вы делаете? Остановитесь немедленно! Ты что это было? Ты что теперь делать? Холодно. Завтра. Вот и виновники торжества. Любу украли. Ты как допустил это? Что? Похитили? Ты приехал в неподходящий момент. Дай ей устроить свою жизнь. Я все равно выйду замуж. Хотите вы этого или нет? Люба. Прошу, Господи, только не моя девочка. Катина Любов 2. Завтра о 20:00 одразу після ток-шоу «Говорить Україна».